приветствует ансамбль «Романсы господина Н». Мы очень рады сегодня выступить здесь, в зале этой замечательной библиотеки, и прежде всего хотели бы поблагодарить очаровательную заведующую, которая предоставила вам эту возможность. Казалось бы, жанр романса несколько старомоден, несколько остался в прошлом, но поверьте, что и в нашем прагматичном веке 21-м можно жить, чувствовать и писать так же, как в романтичном 19-м. В чем мы приглашаем вас сегодня убедиться на нашем концерте. Наш концерт пройдет в двух отделениях. Во втором вы услышите романсы, песни и стихи о нашем городе, о нашем любимом городе Петербурге. Немножечко мы отправимся, что называется, в дальние страны, побываем во Франции, в Испании, побываем в нашей столице в Москве и вернемся обратно в нашу культурную столицу Петербург. А первое отделение будет целиком посвящено любви, поэзии человеческих отношений, красоте тех чувств, которые возникают между мужчиной и женщиной. Каждый человек в своей жизни должен совершить выбор, должен найти свое счастье. И вместе с вами мы попытаемся показать, и показать так, чтобы и вы почувствовали, какие слова вызывают любовь, как любовь отличить от страсти, как происходит встреча, ощущение разрыва отношений. И все это будет на ваших глазах. Женщина с большой буквы, которая будет выбирать между двумя кавалерами, которые будут стараться завоевать ее сердце. И, конечно же, финал будет открытым, потому что на эти вечные вопросы ответа нет, и каждый отвечает на них своей судьбой. Итак, мы начинаем. Первое отделение. Она мечта. Можете представить вам участников сегодняшнего концерта. Лариса Башкатова, меццо-сопрано, лауреат международного конкурса. Павел Деркач, тенор, солист оперного театра консерватории. Партия скрипки Анастасия Васильева, оркестр Государственной академической капеллы Петербурга. И ваш покорный слуга, автор всего того, что вы сегодня услышите, господин Н. Отличаемся мы от юности тем, что блеск меньше в глазах.
глазах, что обязаны ношу свою нести и другому не отказать. Хоть герой не твоей я повести, продолжает он разговор. Если честно сказать, по совести я тебе пишу до сих пор. Она знакома вам, без сомнения? И вас ее пленила красота. В душе осталось каждое ее движение. Она мечта. Она мечта. Ее наряды великолепны. В них тонкий вкус и вместе простота. Но не затмите красоты ее волшебной. Она мечта. Она мечта. Не оторваться от глаз прекрасных. Ее манят пурпурные уста. Но невозможно допустить к ней мысли страстных. Она мечта. Она мечта. Судьбою. Ты виноград, я гибкая лоза.
еще друг с другом мы встречаемся украдкой, чтоб счастье нашего не видел свет. Но верю я, дорога будет гладкой. Ты муза, я счастливейший поэт. Казалось, Вика.
Я думал, что такое красота? Игра оттенков, сочетание линий, раскрытый горделиво хвост павлиний, два лебедя, влюбленных у моста. Но ты вошла ко мне, вернулась ты, не нужно больше никаких вопросов праздных. Попытки прекратив, сравнений разных, я замер в двух шагах от красоты. Предоставляли
и воплощение одних достоинств. Чинил боль, ты сдержись и не начни бой. Нам размолвку завершить в раз, а впадаем, как ерши в раж. Наконец-то твой концерт стих. Не услышала в конце. Прости. Как я вами был обманут. И вечным счастьем не станут ни краткий миг, ни сладкий час. Я взглядом дерзким был обманут. Помог миг красивых фраз. В игру невольно был я втянут. Ловко был обманут. Как страшно обманулась вас. Обиды наши в лету канут. И, может быть, в последний раз. Хочу я снова быть обманут. Мечтаю вновь увидеть вас. Обиды наши в лету канут. Обиды наши в лету. Канут. И может быть в последний раз. И может быть в последний раз. Хочу я снова быть обманут. Мечтаю вновь увидеть вас, чтоб снова обмануться в вас. Мне не верил. Не верила. Считала все игрой. И упрекала, что мой голос не дрожал. Хотел бы я изобразить героя. Как много раз уже изображал. Благополучие, карточный мой домик рассыпался от взгляда милых глаз. Колода карт, дрожащие ладони. Что вытянет судьба? На этот раз. Воспоминаний вихрь дат и чисел, а сердце бьется, все еще любя. Жизнь без тебя теряет всякий смысл. Но только жить мне нужно без тебя. Начнем сначала, хризантем и лилии, букет ее надам, о, дорогая, пощади. Она не знала, что ему ответить, слова не нужны.
Судьба или стечение обстоятельств — это по сердцу резьба. И я сам кустарь, ваятель. Сколько в жизни раз вот так приходилось расставаться? Как банально и просто. Худшее из ситуаций. Нет между нами простоты, лишь о тебе одни мечты. О, вспомни, вспомни, а не лучше. Мои слова не веришь ты. Ты руку убираешь прочь, чтоб не сбежать. Я ждал тебя и день, и ночь. Тебе не знаю, как помочь. Продлить свидание, но мгновение. Ты руку убираешь прочь. Я знаю, ты сейчас уйдешь. Но в это не могу поверить, что слово безжалостная ложь вонзит тоски мне в сердце нож. Как за тобой замкнутся двери, я знаю, ты сейчас уйдешь. Моим словам не веришь ты, ты убираешь прочь. Пытались все решить. Помоги им, Боже, успокоиться. Помоги им это просто пережить. Обвинений позади не лепится, и перегорела боль внутри. Боже, помоги им снова встретиться. Встречи их случайной подарим. А когда, избыв разлуку с Торицей, двое оказались вместе вновь, помоги им, Господи, не ссориться. И верни им, Господи, любовь. Thank you.
я честь. Позовут меня другие страны, даже не пытайся удержать. О, вернусь к тебе я рано-рано, о, вернусь к тебе я рано-рано, чтобы не соединяю и гармонию ловлю. Стихами чувствую, а музыкой люблю. Она знакома вам без сомнения, и вас ее пленила красота. Уже осталось каждое
красоты ее волшебной. Она мечта, она мечта, она мечта, она мечта. Не оторваться от глаз прекрасных, ее манят бурные уста. Невозможно допустить к ней мысли страстные.